дорога Прокшино-Солза. Вот такой вот хайвей уходит от Прокшино. И когда вот он, интересно, закончится? Это проехала я сейчас километра полтора. Полет нормальный. И навигатор ее видит, все показывает, все в порядке. А может, она готова уже, эта дорога? Сколько уже? 2 километра отъехал. Слушай, вообще классно. Вот начали делать дорогу, почему не доделали? Смотри, он уходит в горизонт, и все, асфальт. 33 километра осталось до Солнца. Я начал пока. Я уже разогнался до 110 километров. Да, вот была бы хохма, если она уже здесь построена, а я не знал нифига. И через Пуду шпёрся в Каргополь. Так, сколько? Ну давай, кончайся уже, блин, мне обратно надо ехать. Я уже был в Каргополе. Вот 4 километра уже. Начали строить и не застроили. Вот ни хрена. Слушай, а вон машинка есть. А, что такое там? Через 600 метров поверните налево. Понял. И кончится дорога, да, хочешь сказать? Тупик. Или что там? Так, а я... Ага, все. Так, повернуть налево. И сейчас пойдет наверняка там. Все, тут пойдет задница и хрен проехать. Так, значит, 5 километров дороги. А проедут до конца, чем она заканчивается. Маршрута.
Сейчас вернусь я на маршрут, не переживай. И все. Здрасте, приехали. Через 350 метров поверните направо. Ну и все. 5 километров счастья. А туда уже дальше я не поеду, ребята.